И, ребята, всем привет! Давно не было видео, потому что я болел. Да. Сейчас я тоже слегка болею, но я сейчас будем не об этом. Вам это вот два видео выйдет скоро, так что не волнуйтесь. И я вот сейчас хочу просто задать один вопрос. Спасибо, что прогрузился. Так, я тут смотрел свои старые видео и заметил одну вещь. Хотел почитать ваши комменты. Какое холодное сердце, ты дебил, что ли? Короче, я решил почитать ваши комменты, но меня обломали. What the fuck? Комментарии к этому видео отключены. В смысле? Вот я... Интересный стоп-кадр. What the fuck? Комментарии к этому видео отключены? Серьезно? Это не первое видео, которого отключены комментарии. Здесь их вообще просто нету. Похоже, только на этом. Да, похоже, только на том. Выруби комментарий. Игра Помодау 2 выйдет совсем скоро. Как, кстати, и клип. Да, поэтому не обижайтесь на меня сильно так. А сегодня мы будем играть так. В Мадекс. Мадекс — это такая игрушка прикольная. Мне она нравится. Но я когда-то удалил ее и не скачивал долгое время. Не знаю почему. А мне все равно. И сейчас, типа, мы начнем играть. Да, я убедился, что это не взломка, потому что, камон, взломка. Ребят, я хочу, так, не спрашивайте, почему я покупаю скины, потому что я не тот скин купил. Ну, хотя, в принципе, нормально. One fine day. What is it? Help, help, help. I found her. Так, вот... Окей. Подождите. Вот. Я тут. Я не знаю, почему я слетел. Ой, как у меня тормозит. Ой-ой-ой. Вообще жестко. Ну хотя нет, уже пролагивается и... Хотя нет. Все равно говно. Господи, самый язычный уровень и лагает. Это бесит. Я и без подсказок все могу проходить. Подписывайтесь также на канал FoxFox. Там много интересного и прикольный монтаж. Обязательно посмотрите видео старого монтажа. Это вообще что-то. Мы тогда с ним, с моим другом, играли в Майнкрафт вроде бы. И поэтому это было очень смешно. Ну, прыгай, тюлень.
Не спрашивайте, почему я называю его тюленем, потому что у меня... И вот поэтому. Мы же не читеры, правильно? Вот вы бы видели, на что я сейчас снимаю и на что, во что я, ну, как я монтирую. И давайте сделаем так. Задавайте мне под это видео вопросы, и я выпущу видео вопрос-ответ. Это страшное слово для каждого видеоблогера. Ну, поскольку я не видеоблогер, а влогер и геймер, поэтому мне как бы все равно. Мы прошли второй уровень. Я думаю пройти сегодня 10 уровней, то есть еще осталось 8. И я не знаю, как себя будет вести мой планшет, потому что на канале FoxFox было видно, на что я снимаю, и поэтому запишитесь, пожалуйста. 20 подписчиков недалеко. Выйдет второй клип на 20 подписчиков, поэтому советую подписаться. Ну, не настаиваю, конечно. Мне кажется, все геймеры, они слегка... Ну, моё. Е-мое. Е-мое. Я ненавижу этот момент. Пофиг. Я пока не пройду это. Вот это последние кристаллики, которые я потратил за сегодня. Если я сейчас не пройду этот момент. Слава яйца. И да, ребята, сейчас лето, и видео будут выходить в два раза чаще, если я не заболею. Поэтому да. Так, все, теперь мы уходим вот сюда. Ждем, когда этот лифт спустится, ну, типа лифт. Это было, господи, мне надо, кажется, ускориться. Не ускориться надо, я хочу этот уровень пройти за 40 секунд. Но зная мои навыки, я пройду его максимум за, ну, ту, может быть, и за 2. Да фак. Куда мне надо? Я забыл. Айфак. Я застрял. Походу нет, я двигаюсь на одну клеточку выше. Короче, все, я неисправим. Я не помню, как надо проходить. Вот. Ну, почти, ну, фак. Ты, я не понимаю, ты умственно отставка, что ли? Мадекс, what the fuck? А, я прошел. О, нет, это мое самое нелюбимое. Зная то, какой у меня планшик, это... Прям...
Давай. Мне понадобится больше времени, чем 40 секунд. Поэтому прошел за 40 секунд. Вот эта вот хрень в каждой моей записи. Поэтому мне приходится перезаписывать иногда. Но сегодня я не буду перезаписывать. Да ты можешь встать тут. Спасибо. Давай. И 27. Камон. Ну и это же самый яичный уровень. Вроде бы. Сказал человек, который проходил 4-й уровень за минуту 20. The fuck? Ну, были бы вы на моем месте бы сейчас бы. Вы бы поняли, каково это, когда ты... О, смотрите, пролагалось. Смотри, я сейчас буду гением, смотрите. Если я, не зафейлю, хотя нет, не должен. Надо просто вот тут сразу же делать вот так, поэтому все. Идем за ключиком, теперь идем. Вроде бы сюда. Вроде бы сюда. Надеюсь, что сюда. Так. Так, я хочу пройти это с первого раза. Мне пофиг то, что я пройду это за минуту. Да, ну, да ладно. С первого раза. Я прошел, кстати, за минуту 3 секунды. Это вроде бы мой рекорд собственный. Блин, ну... Так. Текаем. Я больше не буду петь, потому что меня могут завтра права забанить в видео. О, видите, тут я на один квадрат не успел. Чё я сказал только что? Не успел на один квадратик? Кого я несу? Да, это тот самый уровень, над которым мы все мучились у нас в классе. Там это вообще капец. А я так вот возьму и пробегу. То, что есть, это самое главное. Все, я прошел 6-й левел, это 7-й уже. Мы быстро идем. Удивительно, но мы идем быстро очень. Каждый левел за минуту почти. Такое я вам скажу.
Это еще не самое худшее. Самое худшее это вообще вот это. Поэтому. Фак, 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 фак. Так. За сколько мы прошли? За 22 секунды. И восьмой левел. Нам осталось пройти совсем немного. О, нет, ну только не эти двухпильные штуки. Эти. Окей, я вас понял. Тыц. Да, дебил, запрыгни. Так, вот сюда. Так, и быстро беги, Форест. Фух, успел. Блин, жалко вот, что в этих местах нету чекпоинтов, потому что это реально фигово. Это... Я, конечно, не геймер, но... Блин, все равно обидно то, что нет чекпоинтов. О! Ну так все гладко шло, камон. Ты, да ты... Вот скажите мне, он дебил, что ли? Я не понимаю. Все, я использую последнюю попытку. Если с нее ничего не получается, то и хрен с ним. Будем, значит, проходить в следующий раз этот уровень и все остальное. Так, 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 так. Так, так. Да ну! Камон, вы рофлите. Так, ладно, окей. Следующая часть выйдет сегодня в... Выйдет в... Где-нибудь в 5. Поэтому ждите. В общем, с вами был я, Форест Лорд. Всем удачи и всем пока.